Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Максимально счастливыми цветами для владельцев этого имени является белый цвет, все оттенки светло-серого. Этим людям не хватает выдержки и терпения. Они стремятся достичь результатов немедленно. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Иногда эти люди боязливы к совершению поступков, которые напрямую повлияют только на их будущее. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. «В» – значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям любыми путями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.